Меня зовут Александр Кузьмак, и сейчас вместе с вами, для тех, кому именно эта встреча последнего тура МЛБЭТ российской первой лиги интересует, мы с вами отправляемся на встречу между КАМАЗом и Соколом, на встречу, которая проходит на Великих Челнах на стадионе КАМАЗ, встреча, которая имеет серьезное значение. Итак, встреча началась. Ну и сейчас, естественно, несколько слов и о составах команд, и о положении дел в турнирной таблице. Навес. Удар по воротам! Роскошный какой удар! И какой замечательный сейв от Артура Анисимова. Он сам доволен. Дудиев, передача, удар, 1-0. Счет становится, и Михаил Мальцев, который, безусловно, игрок номер один у «Сокола» в сегодняшнем матче, забивает после очень хорошего, качественного флангового навеса от Аслана Дудиева. И этот гол, по сути, хоронит ленинградец. И теперь уже можно говорить о том, что «Сокол» с гигантской вероятностью сохраняет свое место, ни к чему не приводит. И вот эта передача на фланг проходит. Успеет к ней Максименко? Да успеет. А вот дальше что? А дальше надо убирать мяч под себя и пытаться сместиться, да, в центр. А вот отсюда навешивать? Нет, навеса нет. И вот теперь навес есть. Ух ты! Ну! Нет, гол-то прекрасный. Молодцы! Саратовцы, что забили второй. И это, по сути, ставит крест на все интриги окончательно. Но так за обороне играть нельзя. Вот за такие вещи, конечно, даже в последнем матче, то, что сейчас сделал защитник КАМАЗа, это просто ни в какие ворота не лезет. Удар по воротам, да. Родин бил. Даниил Родин, номер 6. По штрафную. Так, а вот это опасно. Удар, 2-1. 2-1. КАМАЗ провел, наконец, осмысленную атаку на исходе матча. Закончен сезон для двух команд. «Сокол» остается в МЛБЭТ первой лиге. «КАМАЗ», хоть и проигрывает, тоже остается. Все в этом матче довольны.